Всем привет, друзья! Мне приятно, что вы вновь заглянули ко мне в гости на канал о путешествиях. С вами Анна. И сегодня мы продолжим знакомство с Барселоной, а точнее с ее смотровыми площадками, откуда открываются прекрасные виды на этот красивейший город. Мы уже с вами успели побывать на нескольких таких площадках. Я снимала видео, где показывала вам канатную дорогу. И сняла два видео, которые я назвала фуникулёрными, потому что как раз таки рассказывала именно из кабинки. Переходите, пожалуйста, по ссылке в правом верхнем углу, если вы хотите посмотреть видео с таких смотровых площадок, да, с такой высоты на город, то посмотрите, конечно, о канатной дороге. В прошлый раз мы с вами были на арене, откуда открываются тоже красивые виды на город, поэтому, кто не успел посмотреть видео, переходите тоже на видео об арене. И видео, кстати, откроется в новой вкладке, а вот это видео, которое вы смотрите сейчас, станет на паузу, поэтому вы всегда сможете вернуться к любому из видео, которые вы хотите посмотреть, и в оставшееся свободное время досмотреть то, что не успели. Сегодня мы с вами продолжим, как я уже сказала, знакомство со смотровыми площадками Барселоны и пройдемся как раз от арены в сторону Национального музея искусства Каталонии. Во всех своих видео я его называла как Национальный дворец. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста. Как-то вот мне почему-то хотелось его назвать дворец. Вы сейчас видите на фото, он действительно красивейший. Внутрь мы, к сожалению, не попали, потому что пришли уже ближе к закрытию. Но успели прогуляться рядом и окинуть своим взглядом панораму Барселоны, что я вам сейчас и покажу. Итак, друзья, пойдемте вместе все смотреть. Amb tot l'esforç del món aquest escenari aquí, vull un fort aplaudiment, gràcies! Вот на вот этой арене мы были. Наверху, откуда снимали видео, спустились на площадь Испании и идем теперь к Национальному дворцу. А там, в общем-то, целый концерт. Vinga, som-hi! Edu! Edu, cámara! Por favor, ven al escenario! От арены мы поднялись к Национальному дворцу. Кстати, на подъем, чтобы немножко повыше подняться, ведут эскалаторы. Как на подъем, так же с другого края на спуск. Но кому нравится, можно, конечно, ходить и по лестницам. Поднимаемся на эскалатор. Люди ходят поверху, смотри. Да. Там есть смотровая площадка. Ограждение стеклянное, вон где девушки стоят в саду. Угу.
кстати, еще не на самом верху. Это мы поднялись вот еще совсем чуть-чуть. А уже какие живописные виды на город. Красивые фонари. Прямо дух захватывает от такой красоты. Мы еще не наверху, мы еще на полпути. Да, сейчас поднимемся дальше. Mira, podemos sentarnos aquí si quieres. Mira, sí, que ya tampoco se manda un poco. No, gracias. No, es un yo. La picha era, que era ni el enviado tú lo tenías. Вот мы на самом верху Национального музея искусств в Каталонии. То есть, если вы хотите насладиться шедеврами музейными, то добро пожаловать внутрь. Если бы ты не хотел.